Нам надо петь. Шахмат федерациясынын тизмесизде өткөрүлүп жаткан съездине кош келдиңиздер. Добро пожаловать на внеочередной съезд Шахматной федерации Кыргызской республики. Первым делом действительно хотелось бы отметить гостей, которые пришли у нас, представляя ветеранов шахмата Кыргызской республики, ветеранов, легенд шахмата Кыргызской республики. Давайте вместе поаплодируем, поприветствуем именно легенд. Также хотелось бы поблагодарить за присутствие и женщин, дам, которые представляли Кыргызстан именно с точки зрения шахмата. Я для удобства бардыгынын ыңгайлыгы үчүн кыргызча да орусча да айтып кетерим. Региондордон дагы биздин конокторубуз келген. Бир аздан азыр регистраторубуз айтып берет. Айжан, кайсы региондордон кандай конокторубуз келгендерин? Также Айжан. Таланбайке. Гүлдөн, чүйдөн, Тавастан, Нарындан. Жалабат менен эле Баткенден жок. Калган бүт региондордон өкүлдөр келишти. Ушул баарына чоң рахмат. Алыстан мынча жолду карап келгендерге. Эң жакшы. Бүгүн биздин независимый регистратор Байкер Абдулатиев Эркен Абдулгапарович бүгүнкү конокторубуздун тизмесинде канча адамдар келгенин дагы биринчи угузуп койсок. Абдулатиев Эркен Абдулгапарович, але сейчас сколько у нас участников сегодня зарегистрировано на этом съезде? Если вы говорите
слово «против» и слово «воздержаться» надо зачеркнуть. Если хотите голосовать «против», то зачеркните «за» и «воздержаться», «против» должно быть чисто. Если будете воздерживаться, тогда «за» и «против» зачеркните, слово «воздержаться» должно быть чисто. Если счетную комиссию, которую вы вначале изберете, возвратится бюллетень с управлением, зачеркнуты все три варианта, или зачеркнут только один, а два остались, то счетная комиссия голосование этого бюллетеня будет считать недействительным, потому что мы не можем понять, как вы проголосовали. Поэтому в процедуре голосования просьба отнестись очень серьезно, зачеркнуть два ненужных варианта. Я так понял, что после обсуждения каждого вопроса вы будете голосовать, поэтому члены счетной комиссии пройдутся и соберут по мере обсуждения голосования каждого бюллетеня. Вы будете открывать и отдавать представителей счетной комиссии. И пока будет обсуждаться следующий вопрос, мы уже будем считать, как проголосовался принято решение по первому предыдущему вопросу. Спасибо за внимание. Спасибо. На самом деле, сегодня очень важное мероприятие, и очень важным оно, и знатным является для нашего, для Федерации шахмата Кыргызской Республики, для шахмата вообще, для будущего шахмата. Очень большой и важный вопрос обсуждается. И бүгүнкү жолугушубуз, бүгүнкү съезд болсо абдан маанилүү бир окуя болуп жатат. Ошон үчүн чынында биз бир аз шашып кеттик Эркинбеке менен. Биз деген бул расмий түрдө өткөрүлүп жаткан окуяда кыргыз мамлекетинин демден тартуулап бирге кыргыз мамлекетинин келечеги үчүн чоң маселелер чечилип жаткан үчүн расмий түрдө ошону гимнди ойносок болот эле. Мы хотим в первую очередь на самом деле в качестве открытия данного съезда начать все с гимна Кыргызской Республики. Мы чуть-чуть здесь поспешили, но давайте, никогда не бывает поздно для нашего национального гимна. Прошу вас сердца. Биринчиден ушул съездди жанагы бүгүнкү окуянын негизги максаттарын өткөрүү үчүн биз деген бүгүн счетный комиссияны тандашыбыз керек. Бул счетный комиссияны Семетей Төлөгөн деген тааныштыра кетсе, в первую очередь мы должны выбрать сегодня счетную комиссию, и у нас есть уже предложенные кандидаты, которых представит Семетей Төлөгөн деген. Счет и выводили итоги. Вот
Черную комиссию я предлагаю Айжан Алмбайнызы, Съезбекова Азбек, это ваша профессия, и нашего уважаемого Еркина Байке, независимого регистратора в качестве председателя. Надеюсь, никто не против. Все за. Проголосовать надо. Кто за? Да, большинство вам голосов. Мы видим, что все согласны. А, есть кто против? Все, спасибо большое. Хорошо, теперь я имею негізгі ішіңізге кірейлі. Бүгінгі сездің мақсаты. Бүгінгі сездің мақсаты болса, Шахмат Федерациясының, Қырғыз Республикасының Шахмат Федерациясының азыркы президентіне наразычылық білдіру жолғышы, доғышы беріліп жады. Первым делом сегодня мы хотели, как раз таки самое основное, и вопросы я сейчас приму. Ну, шла чайник с нами, секретарят Шайнат Валжик, что протокол жазали, азырсыз сөздер жазып тұратылан, секретариаттарлары, четкой комиссиядан бекітіп алсам, ертен нелегитимный болу. Байке, байке, бяқсалыз, секретариат бар, біздің секретарий осы, онлар елеген бекітіп алсам. Хочу объявить секретаря сегодняшнего съезда Усмана Алиева Мелин. Прошу проголосовать. Кто за? Кто против? Чом рахмат байке. Да, там манили эфиркину зубербетниц. Спасибо большое за очень важное напоминание. Теперь мы это завершили. Как я уже объявил на кыргызском языке, мы хотим, в первую очередь, так как основная цель сегодняшнего съезда именно в том, чтобы есть члены федерации, которые хотят выразить недоверие, вотум недоверия нынешнему президенту Федерации Кыргызской Республики по шахмату и председателю ревизионной комиссии, как раз таки уже выступавший Семетей Тулугантегин, делает свою презентацию на эту тему. Спасибо большое. Микрофон дает пожалуйста. Да, я хотел бы изначально озвучить повестку сегодняшнего Международного Федерации Шахмат Кыргызской Республики. Ну, первая повестка – это выражение вотума недоверия нынешнему президенту Федерации Шахмат Кыргызской Республики Турпанову Милану Толбековичу. Вторая повестка – избрание нового президента Федерации Шахмат Кыргызской Республики. И третье у нас утверждение структуры Федерации Шахмат Кыргызской Республики. И перед своим выступлением я хочу попросить разрешения выступить на официальном языке. Ну, я извиняюсь, у нас бюллетени раздали, третий вопрос у нас стоит. Принятие устава. Тогда сейчас надо поменять не принятие устава, а утверждение структуры Федерации Шахмат. Более, да, второй вопрос. Вообще-то повестка дня надо. Да. Повестка дня надо. У нас в повестке дня третий вопрос. Утверждение устава Федерации Шахмат Кыргызской Республики. Предлагается вместо, поскольку это вопрос такой, знаете, еще варианты не рассматривали, будет много веселья, изменений, много предложений. Все члены Федерации не рассматривают этот вопрос. Поэтому третьим вопросом предлагаю заменить не Федерации Шахмат Кыргызской Республики, а утверждение структуры Федерации Шахмат. Утверждение структуры у вас второй вопрос.
Третий убрать надо. Проголосовать. Кто за предложение таланта Поповеговича Мамытова по поездке? За утверждение повестки. Кто за? Кто против? Так, хорошо. Большинство повестки принято. Так, и хотелось бы перейти непосредственно к конкретной теме, почему мы созвали этот неочередной съезд. Во-первых, мы созвали этот неочередной съезд по уставу пункта 8.2.5. Съезд имеет право созвать члены Федерации Шахматистской Республики от 30%. То есть мы, я как председатель комиссии по созыву неочередного съезда Федерации шахмат и наша команда в лице Александра Самогановой, Азиза Умарбекова, Айжан Алмарбезы и Телека Пакбашева, который, к сожалению, задержался в дороге из-за аварии, мы приняли такое решение создать такую комиссию. Я стал председателем, а Айжан Алмарбезы секретарем. По съезду, опять-таки повторюсь, все законно. И почему мы это сделали? Ну, во-первых, за все эти годы правления назрело очень много проблем. Мы не говорим категорически, что Курпанов работал плохо. И многие думают, что мы идем именно против Курпанова. Нет, мы в первую очередь болеем за будущее шахмат в нашей стране. Так как я сам являюсь шахматистом действующим, играю с детства и являюсь тренером, то мне не безразлично. Ну, во-первых, начинание Милана Курпанова было хорошим. Были озвучены какие-то очень амбициозные проекты. Это действительно подкупало, вдохновляло, действительно были какие-то результаты. Проводились турниры, например, в 2013 году провели зональный чемпионат. Это очень было хорошее начало. Но с каждым годом я своими глазами видел, что больше нет никакого роста, нет прогресса. Федерации шахмат нет своей команды, которая работала бы в определенном направлении. То есть все функции на себя взял Милан Курпанов. Ну, все началось именно где-то с 2015 года. Ну, давайте по порядку пройдемся, почему мы больше не доверяем. Да? Ну, во-первых, учитывая неоднозначный вектор направления, дипломатического направления Милана Курпанова, нас нет ни в одной комиссии, ни в Международной шахматной федерации, ни в Азиатской федерации, ни в Зональной федерации. То есть это комиссия, тренерская комиссия, судейская комиссия. То есть, и мы никогда туда не войдем, потому что ну, Милан Курпанов со всеми очень натянутых отношений. Это во-первых. Во-вторых, в 2014 году в Норвегии, в 2014 году в Норвегии, в Тронсе, на Всемирной шахматной олимпиаде, по официальной информации, наша федерация поддерживала Гарри Каспарова. И это действительно было очень хорошее начало. Гарри Каспаров обещал поддержать нашу федерацию, открыть фонд Каспарова с бюджетом $300 000. Но, к сожалению, этот проект быстро закрылся, опять-таки, из-за необдуманных решений Милана Павловеговича. Фонд Каспарова проработал очень мало времени. К нам сегодня пришел как раз бывший президент фонда Каспарова Бабкор Омурзаков. По нашим сведениям, да, был заложен бюджет, несмотря на то, что Каспаров проиграл, он не отказался от своих слов и сказал, да, мы, несмотря на то, что проиграли, мы поддержим
Федерации шахмат Кыргызской Республики, откроем фонд и будем поддерживать шахматы в нашей стране. Были переведены определенные деньги, точную сумму я не буду озвучивать, это лучше меня сделает Байке, может быть, в своем выступлении, да? Но по моей имеющейся информации был бюджет 300 тысяч долларов. Но опять-таки этот фонд быстро закрылся, это во-первых. То есть это была большая потеря для нашей страны. Это во-первых. Про комиссии я уже сказал, и непосредственно перейдем к очень больной проблеме, которая преследует нашу страну буквально во всех структурах, да, нашего государства. Это как раз-таки финансовые проблемы, да, финансовая непрозрачность. Как раз мы пригласили директора дирекции по неолимпийским видам спорта Госагентства по делам молодежи, спорта и физической культуры Муратбека Анатуловича. Муратбек Бакеев, да, он здесь сидит, да. Он готов ответить на все наши вопросы по финансовым делам. По имеющимся, например, информации, с 2015 года до июня 2017 года на шахматный сбор было выделено из бюджета 2 миллиона 440 тысяч сом. Это было выделено дирекцией по неолимпийским видам спорта. Это было выделено на шахматный сбор, но ни один член команды сборной Кыргызстана, ни женской, ни мужской, этих денег не видел. То есть напрашивается такой вопрос, куда делись эти деньги? Это первый вопрос. 2 миллиона 440 тысяч сом. Это, по сути, в среднем по 350 тысяч сом в год было выделено. Второе. На чемпионат по ЛОВЗ, по-моему, в 2015 году было выделено 4 миллиона 800 тысяч сом из бюджета. Опять-таки. На чемпионат Азии по ЛОВЗ. То есть это очень огромные деньги. Мы видим нерациональное расходование и плюс. Мы видим, что эти деньги просто попусту не доходят у нас. Далее. Следующий вопрос. На последней Олимпиаде, это была Олимпиада в Батуми, Международная шахматная федерация оплатила нам поездку всей делегации и выплатила компенсацию в размере 7300 евро, это то есть на всю команду, включая и президента. Но также мы выяснили, что из Госагентства по делам молодежи на женскую сборную было выделено 383 тысячи 28 сом. Но ни один член женской сборной не увидел эти деньги. Там были на билеты, в том числе и на суточные, в том числе и проживание, хотя проживание, питание давалось организаторами. В том числе в списке есть Талант Токобеков, но он на эту Олимпиаду поехал за свой счет. То есть его записали как тренера женской сборной пятого человека, и за него внесли то, что он жил там, получил суточные, получил билеты. То есть это очень вопиющий случай. Мы когда сами все это узнали, были просто в шоке. И это лишь малая часть того, что нам предоставили. Есть даже документы, чтобы не слыть голословными. Это все источник сайта Олимпиады. То есть, как вы видите, вот Кыргызстан обозначен. 6500 на всю делегацию, 800 евро на президента и в общем 7300. И можно следующий сайт. Да, это вот документация как раз из дирекции по неолимпийским видам спорта, как вы видите. 383 тысячи 28 сом. Там авиаперелет Алматы-Тбилиси, Батуми-Тбилиси, проживание, питание, суточные расходы. Все эти документы нам любезно предоставили из дирекции по неолимпийским видам спорта. То есть это очень вопиющий случай. И у меня есть еще вопросы Муратбеку Анатуловичу.
Мурат Канапу, можно так по вас? Давайте я уточнение сделаю. Я являюсь заместителем директора. Меня зовут Айбек Махас. Микрофон. День добрый. Меня зовут Айбек Махас. Я являюсь заместителем директора дирекции по неолимпийскому транспорту. И хочу сказать, что шахматы, как и другие неолимпийские виды спорта, относятся к нам. То есть то, что цифры озвучил Семитей, они, да, действительно были выделены, это мы не отрицаем. У нас есть все копии приказов. Проблема в том, что вот, почему Семитей говорит, что у нас во всех приказах был подотчетным лицом Турпанов Милан. Это почему? Потому что с вашей федерацией, то есть со стороны руководства федерации, никогда не было представлено списки сборников, списки главных тренеров, которые будут возить. И, соответственно, то лицо контактное, которое имеет право подписи от федерации, он и являлся подотчетным лицом. По итогам конгресса, если вы официальным письмом обратитесь, мы официально вот эти ответы и официальные документы можем предоставить. Помимо этого, то, что вот выделено, да, дирекция была открыта в 2015 году, и с 2015 по период до июня 2017 года действительно, оказывается, были изданы приказы. То есть было профинансирование шахматистов на учебно-тренировочный сбор. Я хочу сказать, что я пришел в дирекцию в 2017 году, в августе месяце. Тогда ко мне Турпанов заходил по поводу сбора осени. Я тогда сказал, шахматистам какая разница, вы же ОФУПы не проходите. Исходя из этого, с 2017 года, вот с июля месяца, у вас как бы учебно-тренировочных сборов не было по нынешнему дню. Но по мероприятиям, то есть это чемпионаты республики разных возрастов, расскажу, Кубок президента, который два года подряд у вас проводится, это полностью финансируется со стороны дирекции. По командированиям очень часто финансировалось со стороны дирекции, вплоть до чемпионатов мира. И последний чемпионат, последняя шахматная олимпиада, по-моему, в прошлом году, да, была? Да. Она была после приезда вашей сборной команды. Турпанов обращался в госагентство о компенсировании именно девочек. Почему девочек? Потому что девочки, по-моему, выиграли золотую медаль, малую, да, скажем, да. И, соответственно, руководство госагентства приняло решение, если девочки дали результат. Изначально было как бы обращение компенсировать полностью поездку, но с нашей стороны мы отказали мужской сборной, так как она не добилась успеха, решили женскую сборную полностью компенсировать. Там идет вопрос о не командировании, а компенсировании расходов. Соответственно, Турпанов предоставил нам все документы, начиная от посадочных билетов и заканчивая, я не знаю, как он от вас, девочки, подписи собрал, но ведомости с росписями, металлопакетами, копия паспорта на армии. Если человек предоставляет полный пакет документов, соответственно, мы после этого только выплатим. Зачастую по командировкам, я сразу уточню, это все-таки государственный бюджет, и с госбюджета основному как? Мы под гарантийку можем. Это не только вашим шахматистам, любой команде, которая, если от нас командируется, под гарантийное письмо, мы им выкупаем, то есть заранее забронируем, выкупаем билеты, и после поездки, после предоставления всех документов, мы, соответственно, выплачиваем эти деньги под отчетному лицу. Так как
За все эти годы у вас, насколько я понял, был только одно подотчетное лицо, это Турпан. Если я еще раз повторюсь, если официальное обращение будет с вашей стороны, мы, соответственно, официально все эти документы можем предоставить. Вот эти суммы перечислялись на счет федерации или на личный счет Турпанова? Как правило, сумма компенсации или командирования перечисляется на карточку подотчетного лица. То есть на Турпанова? Да, то есть на юридическое лицо у нас не перечисляется, кто подотчетным будет, соответственно, у него на банковскую карточку перечисляется. Сейчас еще один момент. Вот по той сумме, я думаю, да. Слайд сделайте. Вот эта сумма, да? Здесь, начиная, то есть дирекция госагентства, у меня даже смета есть, что мы полностью оплатили судейские, полностью оплатили медали, дипломы, плюс еще аренду зала. И я точно не могу сказать, вот наших инвалидов мы оплачивали, не оплачивали. Ну, сейчас, минутку, подождите. Чтобы у вас потом вопросов не возникало. Короче говоря, со стороны государства мы, выплачено, да? Да, что касаемо самого Милана Колбековича Турпанова, мы ему неоднократно отправляли пригласительные принять участие на нашем съезде, но он их не признает, ведет свои интриги, ложную дезинформацию дает, то, что наш съезд нелегитимен, то, что нас вызывают суды, и то, что нам не разрешено проводить этот съезд. Но у нас есть свои юристы, которые знают юриспруденцию не хуже Милана Колубековича. То есть это легитимный съезд. И, ну, вы сами, да, видите, почему сам Милан Колубекович не пришел на наш съезд, потому что были бы эти неудобные вопросы. А так мы неоднократно его звали. Это судебные? Неудобно, а судебно. Сейчас, я извиняюсь, по поводу чемпионата. Так, давайте, можно, уважаемый участник, я понимаю, вопросов много, много возмущений, но давайте по регламенту дадим слово поочередно. Время для вопросов будут, не переживайте, а то сейчас будет просто бардак. Давайте соблюдать. Сейчас, давайте так сделать. Да. Я по поводу сбора тоже отвечу. Давайте сначала разберемся с чемпионатом Азии по ЛОУЗе. Я извиняюсь, там мы аренду кассы не платили, но у нас львиная доля из этой суммы, то есть ушло на проживание, питание участников. Здесь есть вот по $95. То есть 4500 мы за проживание и питание участников оплатили, потом церемония открытия-закрытия мы полностью оплатили, и медали кубки. Но мы эти соревнования журналисты не... То есть, имейте в виду, при этом я уже работал, я данный чемпионат лично курировал. Аренда зала почему не было? Потому что мы с гостиницей, с Жанатом когда договаривались, они согласились включить аренду зала в стоимость проживания питания, то есть в виде бонуса. Поэтому как бы статьи аренды и не было. Вот количество 77 человек мы тогда профинансировали проживание питания. Так, по поводу ОТСа, я вам сразу скажу. По поводу УТС, это федерация обращается официальным письмом со списком всех лиц, которые поедут, то есть спортсменов, которые должны ехать в УТС. Соответственно, с нашей стороны, если одобряется
издается приказ, деньги переводятся вот, тот пансионат или тому частному лицу, у кого проводится УТС, но сборы, да? Да, сборы. Финансовые средства переводятся после подписания акта приемки и после полной сдачи отчета подотчетного лица. То есть там помимо акта приемки, передачи, да, то есть это с пансионатом все, помимо этого, со стороны подотчетного лица бухгалтерию сдается ведомость с подписями, с паспортными данными всех лиц, которые указаны в приказе, то есть либо в письме. Приказ, список приказе утверждается согласно письма федерации. То есть в данном случае господин Турпанов, когда сдает полный отчет, ведомости с подписями, с паспортными данными, после этого только деньги переводятся. То есть деньги никогда как бы наличным расчетом не отдавались, а переводятся на банковские карты. Либо на счета организации. Спасибо, Олег Байке. Давайте, мы все поняли по финансовым вопросам. Да, Олег Байке, да, еще у вас. Я не было спора. Вам сказали, что полный отчет. Кто говорит неправду? Или не было по делу, или были сборы. Айбек Байке, ответьте, пожалуйста, какие имена там озвучены? Из сборников есть чьи-либо имена, которым были оплачены сборы? Вот по поводу сборников я вам сразу скажу. Комплектование как таковое членов сборной команды по шахматам по сегодняшний день никогда и не было. То есть со стороны федерации на списке сборников, то есть членов сборных команды, это женская, мужская, нету разницы, она никогда не представлялась, просто письмо приходило, вот эти сборные команды, члены сборной или шахматисты должны ехать либо на сборы, либо на чемпионат Азии, либо на какой-то турнир. Соответственно, если данный турнир есть в календаре Всемирной шахматной организации, в календаре госагентства, соответственно, в зависимости от финансовых средств, она либо финансировалась, либо не финансировалась. Это раз. Во-вторых, я же еще раз повторюсь, если официальный запрос будет, мы, соответственно, официально с копиями, приказами, копиями смет, в данных приказах указаны все фамилии, которые были либо на сборах, либо на поездках, они все, соответственно, в приказе указываются. А там, кто у вас сборник, кто не сборник, это вам виднее. Я не знаю, кто из ваших шахматистов сборник, если до поры времени как бы, ваша федерация шахмат не представляла это, списки сборников. Раз. Потом, чтобы вопросов меньше было, я скажу, у нас дирекция открылась в 2015 году. С 2015 года, в принципе, на шахматы было выделено, даже по сравнению со многими ведущими видами спорта, неплохая сумма. Это вы там внутри сами потом разберетесь, куда эти суммы ушли. Вот, например, в 2015 году вам было выделено 352 800 сом. Это один сбор в ноябре проходили. Потом, 16-й год. На шахматы было выделено, это по приказам, у меня копия всех приказов со списками имеется, 3 106 368 сом. И 17-й год. 17-й год это с учетом чемпионата Азии. Вам шахматистам было выделено 9 232 858 сомов.
Нет, я по годам. Не-не-не, этих данных у нас не было, нет-нет, этих данных у нас не было, вот Байкин говорит, да. Вот здесь, вот эта сумма, с 15 по 17 год вам на сборы, которые было выделено. И только на сборы. Да. Это только на сборы. Да. А я вам сейчас раскладку даю просто по годам. Это на чемпионат, на командирование, на сборы. То, что на экране, уважаемые участники, это те данные, которые у нас были. Айбек Байкен любезно согласился еще дополнить и еще предоставить. И 18-й год. 18-й год. На шахматы выделено 2 741 тысячи 501 сом. И 19-й год. По сегодняшний день у вас прошло 3 мероприятия. Это 2 чемпионата до 20 лет, потом высшая лига и кубок президента по шахматам вот, среди детей. На эти цели было выделено 445 тысяч. 464. Ну там Люн это по 36 тысяч на два чемпионата и где-то 300 с чем-то тысяч, 380 тысяч это было выделено на кубок президента по шахматам. Там основная сумма, конечно, на аренду зала идет. Ну, я думаю, мы там полностью перекрывали ваши все расходы. А там какие расходы у вас, я, конечно, не знаю. Плюс, помимо этого, у вас дети ездили на чемпионат Азии в марте месяце. Вот Гиндым Балас Вартли, у меня просто в апреле, да, в Шри-Ланку. У меня вопрос, вот кто ездил или чей ребенок ездил? Вы... Да, встаньте все, кто ездил или чей ребенок ездил, пожалуйста, представьте. У меня вопрос такой, это... Для меня тоже очень актуальный. За билеты вы платили, не платили? Вопрос номер один. Я была руководителем поездки. За дорогу оплатила шахматная академия. Остальные расходы я взяла на себя. Я хочу спросить, как ваша была ли выделена на меня? А я Албайкизы. Можно я далее вспомнил? Я вспомнил. Там еще один был. Приветствую всех. В этом чемпионате Азии Шри-Ланку нам к Салам Байке обратился Милан с тем вопросом, что нет, никого не можем отправить в качестве руководителя, потому что в бюджете нет денег. И Салам Байке не смог, он предложил мне, он сказал, я тебе дорогу оплачу, остальное ты возьми на себя. Я не отказалась и поехала. У меня просто вопрос, были ли выделены на меня, как на руководителя, деньги с госагентства, если мы и поехали за свой счет? Это первый вопрос. У меня к вам вопрос, отлично. Вот билеты вы говорите, вам кто покупал? Купила шахматная академия. Где они покупали? Fly Dubai. Fly Dubai, да? Вы деньги перечислением вам давали или как? Наличными. Кому? Fly Dubai в кассу. Кассу? Да. Вот теперь смотрите. Как вас зовут? Алымбай Кызы Айджан. Еще один взрослый кто-то был у вас. Взрослых официальных никого не было. Аскат Чиналы. Чиналы Аскат, он мой супруг, он тоже поехал полностью за свои деньги, как за свой счет. Как СМИ. Он поехал как, СМИ, да. Как второй сопровождающий, просто я понимаю, что это огромная ответственность. Я первый раз сопровождала детей, побоялась и взяла с собой своего супруга. Вот теперь я вам скажу. По поводу вашего билета, ваша супруга, там 13 человек же было, да? Да. В целом? Да. Вот эти 13 билетов я лично заказывал в Fly Dubai, я под гарантию их брал. И Милан говорит. Это раз. Соответственно, Fly Dubai, меня директ сама чет выставила на 13 человек. И самое интересное. Вы посадочные билеты куда сдавали? Я посадочные билеты специально не отдала. Нет, не отдали, да? Но я отдала не денег. Электронно их вывезти? Нет. Посадочный билет это совсем другое. Электронный билет это совсем другое. Меня, соответственно, ваша федерация, скажем, написала нам письмо о компенсировании данной поездки. Разговор шел только о билетах. Потому что
жазында сөз болгондо, я под свое личное поручительство 13 лет Байдубайдан алып берген, мен өзүм алып берген, лично я. Делегация состояла из 20 человек, но... но большая часть, почти половина там были за свои деньги, они были неофициальными игроками. А было много родителей, официальных игроков было то ли 10, то ли 11, да. Честно говоря, 12, да, 12. Получается, 13 лет это вместе со мной. Вот, вот теперь, ушел Омбер Бишин из 13 человек, мы когда попросили вашего президента предоставить нам все посадочные билеты. Мои не выдали. Ваша копия посадочных билетов. И ваша Золдашума, по-моему, да, не выдали? Да. Вот эти десятники копия. Но там не просто копия, там грамотная копия, очень хорошая. Я специально своих сотрудников со всеми посадочными билетами отправил в Лайдубайга. Айсынус оригинал, айсынус копия. Но эти билет, посадочные билеты, это копия де Лайдубай акция. Я сейчас собираюсь выплатить умеренную, кроме вас двоих, потому что ваших посадочных нет оригинала. Следом узнал, за ваши деньги ездили. Билет не заперли. Билет не заперли. Потому что у меня были определенные сомнения, я по сегодняшний день еще не выплатил. Билет не заперли. Кыздар бастарды, чемпионат Азия, Индонезияда өттү, чемпионат бир Индияда өттү. 20 жашка чейин аттоо болгон, бирок балдар барган жок. Ошого акча силерден бөлүндү эле, планга кирди эле, ошону мен сурап коеюн дегенде аткер барбай качтып калды. Календарга кирген, бирок биз финансировать эткен жокпуз. Приказда чыккан жок, до 20 лет деген боюнча. Быйылкы Шри-Ланкада боюнча разговор шол только по билетам. Жанагы биз дайыма мен мисалы үчүн балдарым көп жиберем, себеби балдарым бир ар бир чемпионатта жок дейт, экинчи үчтөртө чемпион болот. Көп жылдан бери деги эле шахматка ойноп келе жаткандан бери биз взнос менен трансферди өзүбүз төлөп жүрөбүз да. Ошону менен кире албай жүрөм да, силерде дирекциядан билбисиңер деле 17-чи жылы келипсиңер Бишкекке. Деги жумушка ушундай силерде каралабы планда каралбайбы, жанагы взнос менен бизге взнос төлөш керек деп да. Анан жанагы трансферге виза азайттырып айтып берип коем аларды. Бизде визага төлөбөйбүз. Взноску төлөйбүз. А трансфер? Трансфер, проживание, питание, жанагы жолун айтып атасыңарбы? Трансфер деген тик айтып атабыз, кодо барганда $100 төлөйбүз. Аэропортко? Обычно биз эмнесин төлөйбүз. Тиги проживание, питаниясын. Основном жанагы положение келгенде, ошо проживание, питаниянын ичинде трансфер включен болот. Значит, анда биз жанагы чемпионатка барып жүргөн балдарыбызга проживание, питаниясын кошоп, трансферин проживание питания на Толеонде, если регламент не сильно горсет, все, но проживание питания гульно баланс особо, плюс еще трансфер ушел не сильно для себя, что ли привез. А ты раз я. Положение на Гарреса. Положение на Гаррес, только федерация да везли смета с Менгелем. Положение да, Альбер Оймеден, федерация Деден, Республика да, Бирден, Джанандай, Боинчулар, активный Боинчулар, кстати, чемпионы, Хауралдан, ты сейчас. Анан трансферге мынча доллар төлөйсүң, $100. Анан взноско $75 төлөйсүң деп положениде чөткөрө ясно үчүн жазылып турат, туурабы? Ошондой ситуацияда силер кандай кыласыңар дегенде? Мен айтып атпайбы, эгер положениеде указано, что транспорт, включая эменин ичине кирет десе, да, анда төлөп беребиз. Эгер антип көрсөтүлбөй, просто вне положения еще отдельный трансферге аэропорттон эме чейин төлөш керек десе, соответственно, төлөйбүз. Сезбек байке андан кийин сезден кийин отдельно келип эметпейсизби макулбу суроо албайсызбы азыр башка дагы эмелер повесткалар бар эле да жок аны айтып атпаймынбы эгер положенияда если указано төлөнүш керек десе төлөйбүз а эгер трансферди отдельно көрсөтүп берип атса положение биз как правило аны төлөбөйбүз в том числе визаны да төлөбөйбүз и эмени да төлөбөйбүз жанагы взнос туда төлөйбүз. Взнос, виза, полностью 100% финансирование, это
Тока паралимпийцтерге. Абекбайке, кечиресиз, мындай суроо. О, Шри-Ланкада болгон чемпионатта сиз проживание, питанияны бердиңиз бе? Берген жок, рахмат. Таиландты мы в прошлом году, по-моему, Таиланд ездили. Порядка миллион с чем-то, 1 миллион бердеме миңди мы полностью тогда воплотили. Проживание, питание, по-моему, тоже. Нет, проживание, питание, там они организаторы. На самом деле, знаете, давайте вернемся к повестке вечера. У нас есть в регламенте время, выделенное для вопросов и ответов. Да, урматту. Сказали, я по миру спрошу. Хорошо, один вопрос спросите, последний, пожалуйста. Хорошо, и дальше пойдем по повестке. 19. Почему мы в этом году не финансировали? Это, во-первых, дефицит бюджета, это раз. Во-вторых, но следует за посадочный на этот день, у меня определенные, конечно, сомнения появились. Хотя до этого тоже было, потому что вот шахматисты едете на чемпионат Азии, скажем, в прошлом году, в Таиланд, у вас расходуют почему-то миллион с чем-то. Ушел в Астале, скажем, пошел в Таиланд, в таком же количестве едет сборная по тайскому боксу, но у них расходы почему-то 600-700 тысяч рублей. А тем более, я жазында не мол балды, Шри-Ланка ол балды, имею в виду, что Кагас келди, посадочный документ, келди, келгенде посадочный билет ичинен копиялар чыга баштадык, хотя он уверял, что это все оригиналы, я, соответственно, давайте сначала здесь разберемся, а потом Игорь обшелся это раз. Я Егорь Гизгиси, Ражатын Тартистовна, Гопина Сирония был в Олгаце. А начал Лайткошке, тем более предолимпийский год, ну, извините. Чома Рахмат, Айбек Байке, уважаемые шахматисты, прошу прощения, Сезбек Байке, можно это? Сезбек Байке, давайте, мы сделаем официальный запрос, не переживайте, по всем интересующимся вопросом. Вы можете, уважаемые участники, давайте соблюдать дисциплину. Стипендия очень отдельная тема, а это большой теннис имеет это? Настольный теннис. Чемпион Кыргызстан, финал да, стипендия. Настольный теннис не олимпийский вид спорта? Не олимпийский вид спорта, олимпийский вид спорта. Так, уважаемые участники, давайте все-таки соблюдать регламент, уважать друг друга, давайте идти дальше, уже позднее время, да, давайте насущные вопросы решать. Мы сделаем официальный вопрос по всем документам, то, что получили, мы вам дали, это пища для размышлений, это действительно очень большая проблема для нашей страны, для нашей федерации, мы над этим будем работать. Плюс, дирекция по неолимпийским видам спорта, вы можете отдельно подойти и по всем личным интересующимся вопросам можете спросить. А то сейчас каждый начнет спрашивать по вопросу, время затянется. Пожалуйста, давайте уважать съезд других людей, участников съезда и первую повестку перейдем до завершения. Ну, Байке, спросите же. Я требую, как делегат этого съезда, чтобы у вас запись, аудиозапись хотя бы. Аудиозапись идет у нас? Потому что... У нас идет видеозапись, у нас есть оператор. Да. Там кривотоков не было, смотрите сколько... Нет, юридически мы подкованы. Не, насчет юридических вопросов прошу вас не сомневаться. У нас есть юрист-консультанты, поэтому в этом плане мы хорошо подкованы. И давайте опять-таки уважать друг друга, да, уважать наше и свое время. Вопросы вы можете задать в личной беседе, либо личным запросом. Но
с нашей стороны, да, с нашей команды. Естественно, мы над этим будем работать, будет большое расследование с нашей стороны, и, естественно, это большая проблема, и мы ее будем решать. Поэтому, завершая мое выступление, я бы еще хотел сказать то, что да, хотелось бы, чтобы была финансовая прозрачность, чтобы деньги из бюджета поступали туда, куда надо, сборным, да, на чемпионаты, если отправляют куда-то, чтобы действительно эти люди действительно получали свои деньги, а не тратили денег своих родителей, да, которые берут кредит, кто-то что-то продает, то есть это действительно большая проблема. Второе, это, конечно, хотелось бы, проблема федерации в том, что нет сотрудничества с другими федерациями. То, что это ведется в СМИ, это просто пыль в глаза. На самом деле мы ни с одной федерацией нормально не сотрудничаем, не проводим совместных сборов, не проводим каких-то товарищеских матчей, это тоже проблема. Да, и отсутствие, как я уже сказал, из-за финансовой непрозрачности, это отсутствие сборных Кыргызстана, взрослых шахмат, да, женских шахмат, наши уважаемые девушки, да, на последней Олимпиаде в Батуми выступили просто превосходно. Это в своей группе, да, в группе С взяли малые золотые медали. Это так и называется, малые золотые медали. Это действительно хороший успех, но, как мы уже увидели, эти деньги не попали туда, куда нужно. Да? И мы над этим тоже вопросом поработаем и будем решать эту проблему. И переходя непосредственно к повестке, давайте перейдем. Вот, у вас есть пока бюллетень? Да, один. Я хочу предложить Бахтину Закову выступить. Да, проголосуем. Да, выступления еще будут, не переживайте. Давайте потихоньку, по мере поступления вопросов, будем все это решать. Давайте сначала решим первый вопрос. Это первое. Прекращение полномочий президента ФШКР Милана Турпанова. У всех у вас есть этот бюллетень, да? И еще раз, как сказал Байке, еще раз. Как нужно проголосовать? Наши уважаемые делегаты, бюллетени три варианта решения. Два не нужно зачеркивать. Крестики, пожалуйста, зачеркните, потому что это одно линия. Некоторые не зачеркивают, а подчеркивают эту сторону. Оставьте только то, что соответствует вашему решению. Если голосуете за, против, воздержался, зачеркиваю. Нет, вам не нужно, зачеркиваю. Это не надо. Так, уважаемые участники, голосуем только по первому листочку, ко второму листочку не подходит. У нас первая повестка, вот, решение вот этого вопроса. Надо дальше идти, мы к этому подойдем. Избрание президента, это уже будет следующий вопрос. Вот, как я уже говорю, прекращение полномочий президента Шакира Турпанова, то есть вы, если за его прекращение, значит вы должны зачеркнуть лишние слова. Против и воздержался, зачеркните эти слова. Если вы за прекращение полномочий и так далее. Все поняли, как голосовать. Вы выбираете один ответ, остальные два зачеркиваете. Если вам требуется ручка, пожалуйста, поднимите руки. А если у вас до сих пор остаются вопросы, как голосовать также, пожалуйста, дайте знать, поднять руки. Уважаемые участники, пожалуйста, проголосуйте правильно. То есть, если вы голосуете за, значит, ненужные слова нужно зачеркнуть. То есть, воздержался и против, зачеркиваем, а за остается чистым. То есть, если вы за, ее оставляете чистым. Ненужные слова зачеркиваем. Что, проголосовали? Thank you.
Сунцова, Никита. Я не могу найти... А, вот пакет. Здесь, оказывается, есть незарегистрированные. А что же они не подходят? Подойдите, пожалуйста. Голосование было поднятием руки. В этот раз все анонимно, в прозрачных ящиках. Да, никто не забыл, пожалуйста, кто забыл, пожалуйста, задайте ваши идеи. Сейчас черная комиссия посчитает и... Пока наша комиссия высчитывает голоса, я расскажу о том, что у нас планируется следующее. Азыр ушул добуштарган айтканда биз кийинки окуяны деди маалымдар кылып кетейин. Жаңы ушул добуш азыркы президент орду алмаша турган болсо ордуна келе турган талапкер өзүнүн презентациясын. Пока первое решение мы не посчитаем, мы... Да, ко второму не можем. Ну, по регламенту у нас будет презентация от кандидата. Да, это было программа. Сейчас должен посчитать, счетная комиссия посчитает. И на основании этого решения, то есть итога, перейдем к следующему вопросу. Хорошо. Пока можно? Да, уважаемые друзья. Вы все прекрасно меня знаете, я тоже вас всех знаю. И все время параллельно шаг Конфедерации, кто бы ни был президентом. Но вы знаете, что здесь много сет, они были еще, только начали ходить. Вот. Я хочу что сказать. Дело в том, что с Мирланом Турпаном, Канай Аламанов, партийный комментатор, я подходил к Мирланом Турпанову и говорил ему, когда он вступил в должность президента, скажем, Милан, давайте сделаем фильм про шахматную федерацию, потому что я делаю летопись киргизского спорта. Потому что у меня есть кадры, которые я снимал, и когда он был, его не видно было за столом, когда Средняя Азия здесь проходила во дворце спорта. И также и Наркиев, также и Леню я снимал, Юртаева очень много, у меня все есть. Я ему сказал, что шахматы в нашей республике – это знатная вещь, которую необходимо. Потому что шахматы любят все. Он мне сказал, говорит, я этот вопрос согласую с Федерацией. И вот так в течение 3 или 4 лет он мне говорит. То он мне говорит, сейчас у нас денег нет, то это говорит, то. Я говорю, нет, ну ты дай добро, или ты поговори. Люди не против, потому что я со многими говорил. Вот. Но он на этот вопрос отвечал, что денег нет. Потом, значит, когда кубок президент идет, там дает ему чек это на 500 тысяч, там, все проще. Я говорю, ты неужели не можешь отсюда 100 тысяч выделить? Это же будет двухчасовая, часовая, начиная история Кыргызстана. Вот. Он сказал, что мы на эти деньги закупаем гаджеты, там, и компьютеры для детей, и так далее, и так далее. В общем, он мне раза 4 вот так вот все время отвечал. И по поводу, значит, других вопросов к нему, вот, которые вас интересуют, а которые меня интересуют, я тоже неоднократно был сейчас. Он все время уворачивался. То у него времени, то у него это, то телефон отключал и так далее. Ну вот то, что вот собрались сегодня, я считаю, что это дело актуальное и назрело у вас чисто в сердце. Я так думаю. Спасибо, Вагим Панабельки. Это действительно легендарный человек уже с давних времен, когда я еще сам был 10-летним ребенком, снимал репортажи про шахматные соревнования, в том числе и про меня снимал, да. И, ну, со временем Панабельки отошел от дел, да, реже стали его видеть на соревнованиях, но мы считаем, что федерация должна хорошо работать со СМИ, это все-таки... Журналисты это должны быть нашими друзьями, должна быть хорошая пропаганда шахмат, чтобы привлекать спонсоров, меценатов, чтобы много людей знали то, что есть такая игра,
древняя королевская, да, как шахматы. Вот такой вот. И, естественно, этот съезд в том числе создан для этого, чтобы развивать наш вид спорта. Когда я увидел вот эту сумму, я думал, 67, да, сказал? Это лишь вершина айсберга, но, как я уже сказал, не беспокойтесь, для этого мы собрались все, чтобы выявить все проблемы и чтобы все было по закону, по справедливости. Мы дальше будем в этом направлении работать, подключим своих юристов и, конечно, будем решать эту проблему ход за ходом. Если у кого будут личные вопросы, да, как я уже сказал, вы можете обратиться в дирекцию по неолимпийским видам спорта, можете сделать там от себя как частное лицо запрос. Это по закону можно так делать, поэтому нет никаких проблем. В том числе вот Сизбек, да, Байке по стипендиям тоже можете задать вопросы. Но, как я уже говорил, мы по всем направлениям будем работать, будем решать. И вот счетная комиссия уже посчитала, да, я дам слово Азиану. У нас поправки немного. Сейчас мы объявим результаты, и у нас есть 20 минут на вопросы. И затем у нас будет ждать фуршет и вторая часть съезда. Какие поправки? Повестки, да. Значит, уважаемые коллеги, пока мы обсуждали первый вопрос повестки дня сегодняшнего съезда, вы видели, подходили еще делегаты. И... Пожалуйста, прислушайтесь, озвучивайте. Значит, у нас сейчас явка 93 делегата. В счетную комиссию возвратилось 92 бюллетеня. Значит, за проголосовало 88. Повторите, пожалуйста. Так, уважаемые участники, ну прошу вас, соблюдайте тишину, уважайте друг друга. Ну, мы не для бардака сюда собрались, уже и так большой бардак, сами видите. Давайте соблюдать тишину. Добавим, не переживайте, все по закону будет. Ну, мы же не с улицы пришли. Мы же не просто так все это делаем, пришли. Спасибо, Константин, пожалуйста. Значит, смотрите, я еще раз повторяю. Значит, на данный момент зарегистрировалось 93 делегата. В счетную комиссию возвратилось 92 бюллетеня. За проголосовало досрочное прекращение полномочий президента Турпанова 88 голосов, против 1 и воздержалось 3. Квалифицированным большинством этот вопрос принят. Можете переходить. А те два человека, которые сейчас хотят зарегистрироваться, подойдите, пожалуйста, к регистрации. Да, к нам, к сожалению, да, как я уже сказал, уважаемые шахматисты из Нарына попали в аварию, да, то есть это уважительная причина. Да, давайте попросим их зарегистрироваться, проголосовать, то есть они имеют полное право. Да, то есть в этом нет никаких проблем, все по закону. Регистратор всех зарегистрирует и примет их голосование. Так, к следующему. Ко второму вопросу переходим, да. Так, и прошу вас, соблюдайте тишину, потому что, ну, когда шумите, что-то не слышится, да, и вы себя не уважаете, и других не уважаете. Давайте все-таки соблюдать тишину, потому что действительно уже большой бардак в федерации, да, и давайте сами не будем разводить бардак. Прошу вас, Болов. Спасибо большое. Замечательно. Первый вопрос мы сегодня почти уже закончили решать. У нас есть еще 3 регистранта и голосующих лица. Но как оно выглядит, уже большинством голосов, скорее всего, это решение уже было принято. Я позволю себе уже представить следующие действия, которые мы сегодня предпримем. И это выступление кандидата на нового президента Федерации шахматы Кыргызской Республики
господина Таланта Мамытова. Давайте поприветствуем. Здравствуйте, уважаемые делегаты Салматы, Улсад Болсо, Расмитильде Филиппоин. Еще раз здравствуйте, дорогие делегаты сегодняшнего съезда. Я в Федерации шахмат с 2014 года работал как вице-президент в одной команде с Турпановым Миланом. С 2014 года я выступал как один из основных спонсоров Федерации шахмат. Я предоставлял офис. Пожалуйста. Я с 2014 года выступал как спонсор этой федерации шахмат и, еще раз повторяю, предоставлял офис, оплачивал личный телефон там Турпанова, недавно посмотрели, как это за это 150 тысяч рублей оплатили. Оплачивал многие турниры. Также оказывал многим членам сборной финансовой помощи. Вот то, что сегодня творится в шахматах, то, во что превратился Милан Турпанов, вы сегодня все это видели. Абсолютная непрозрачность, абсолютно непрозрачность финансово-хозяйственной деятельности. Начиная с 2013 года в бухгалтерию сдаются нулевые отчеты, как будто у нас не существует федерации. Хотя суммы, которые проходили, вы сегодня услышали, там в год до 9 миллионов проходило. Видимо, так удобно было Турпанову. Я хотел остановиться на нескольких вещах, которые, как бы, я считаю, стратегически важны. Самое главное в организационной структуре. Сегодняшняя организационная структура Федерации, она предполагает президента и там 10 или 20 вице-президентов, которые являются как бы спонсорами. И единственным распределителем кредитов является президент. Это вот порочная практика, но она дала такие результаты. Самое главное, считаю, что децентрализация власти, предполагаю, что вот такая должна быть структура. Четыре вице-президента, один вице-президент, отвечающий за стратегическое развитие, один специальный президент по развитию женских шахмат, возможно, один президент по развитию детско-юношеского спорта, и одну вакансию президента, я так предполагаю, но это уже мы командой будем обсуждать, возможно, причем человека там с мировым именем или очень такую фигуру, возможно, даже иностранца, очень значимого в мире шахмат человека. Также всем представителей областей, чтобы в каждой области был спецпредставитель Федерации шахмат. И тренерский совет. Вот количество тренерского совета я хотел бы, конечно, с вами обсудить. Я думаю, это может быть, возможно, 7 человек. Какие предложения будут, мы в рабочем порядке будем обсуждать. Вот примерно такая структура. Особое внимание хотел бы обратить на фигуру генерального секретаря Федерации. Генеральный секретарь Федерации это фактически должен быть... Алло. Алло. Это должен быть человек, который обладает правом подписи, распоряжаться финансами, и у него печать должна быть, и заниматься вообще внутрихозяйственной деятельностью, турнирами и так далее. Вот эти полномочия все надо делегировать генеральному секретарю. Но как и должно быть во всех федерациях шахмат. Президент должен заниматься как бы политикой, стратегией развития шахмат. Отношения с ФИДЕ,
отношения с Азиатской Федерацией. Я вот говорю, что надо поднимать имидж нашей Федерации. Вот Шамитей до этого говорил, что у нас нет представительства ни в ФИДЕ, ни в Азиатской, ни в зоне 3-4. Я предполагаю, что мы сейчас должны подготовить прям реально сильных вице-президентов, кандидатов, которых мы будем лоббировать, и которые обязательно пройдут в Азиатскую Федерацию, в зону 3-4. Вот я разговаривал с Хусаном Турдалиевым, вы знаете, да, президент зоны 3-4. Вот он уже пообещал, Талант говорит, если ты будешь президентом, я Федерация шахмат Кыргызской Республики гарантирую одно место вице-президента. Вот сейчас будет новая ассоциация тюркоязычных стран. Ну это туда вот все тюркоязычные страны войдут, говорит, и за Кыргызстаном одно место, как я вам гарантирую. И вот у нас уже будет место. Мы также будем биться за место в зоне 3-4. Вот многие говорят там несменяемость Турдалиева. Ну, надо там ротацию сделать по очереди там. По очереди там, ну, казахи должны возглавлять, потом ну, туркмены, таджики, кыргызы и так далее. Почему у нас нет ФИДЕ? ФИДЕ, я думаю, мы тоже могли бы делегировать своего человека в ФИДЕ. Вот дальше. Ну, я вот предполагаю еще, если вы доверите свои голоса мне, значит, подписание ну, двух спонсорских контрактов, которые обеспечат функционирование федерации и офиса. До сих пор. Вот если вы спросите, сколько получает Милан, сколько получает штат федерации. Ну, Милан говорит, там, я ничего не получаю, я там воздухом питаюсь, там, я вот так вот как-то. Но это же не должно быть. Федерация должна быть нормальная зарплата. Вот там, по крайней мере, федерация 4 человека должны зарплату получать. Генеральный секретарь, там, ну, возможно, там менеджер, секретарь, бухгалтер. Ну, минимум 4 человека должны получать зарплату. Ну и нормальную, а вот я слышал, там Милан из своего кармана по 10 тысяч он дает. Ну, я думаю, вот. Потом обязательно должна быть вот мое мнение. Я хочу разработать специальную программу для подготовки гроссмейстеров. Это не так сложно сделать. Это вот мы вот за 7 лет, которые Милан был у руководства, мы не подготовили ни одного гроссмейстера. Но это очень печально, с одной стороны. Но как его подготовить, если этому внимание не уделяется? Не уделяется. Все деньги, которые сборные должны были предоставляться, они уходили там по другим источникам. Я думаю, что в течение 2 лет мы подготовим обязательно своего гроссмейстера. Это вот моя программа. Я разговаривал с Акаевым, например, вот он готов, вы все знаете такого тренера, там, который в команде Корякина был, он готов, например, помочь нам. С ним, если поработать, он может возглавить такой штаб, там, ну, тренер, например, он онлайн работает спокойно, и просто надо обеспечить бюджет такого проекта подготовки гроссмейстеров. И вот у нас фактически есть вот Марков Михаил, международники, Семитей Тулюгон Тагин, Асыл Абджапар, вот подрастающие вот наши москвичи, мы их называем, Тагир Талабеков, Мелис Маматов, которые, в принципе, ну, готовы повышать свое мастерство, но нужна помощь реальная помощь. Нужна программа, финансирование. Я так думаю, если там на каждого мы найдем там, по 5-7 тысяч долларов в год, то мы можем что-то сделать. Ну, отдельно хочется еще о женских шахматах сказать. У нас вот Казахстан яркий пример, это вот Казахстан. Они сделали акцент на женские шахматы, они просто сейчас, ну я думаю, ну, мировые лидеры. Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что вот Казахстан сейчас является мировым лидером в женских шахматах.
у них чемпионки мира там, почти в каждой возрастной категории есть. Вот поэтому я предполагаю специального вице-президента, который подготовит программу развития женских шахмат, и будем следить и играть дальше. Ну, это я уже сказал, можно так дальше. Да, вот постоянно декларируется, вот Турпанова Милана говорила, что программа развития шахмат в школы, ну, это на самом деле так не делается. Вот он сказал там, с Минобразованием подписали один договор и все. Но нужно выбрать конкретные шаги. Выбрать один регион, одну школу, пилотный проект, спецкласс. Мы вот в академии, где я руководителем являюсь, мы уже подготавливали такой проект, сделать спецкласс по шахматам, где шахматы преподавали 15-20 часов в неделю. Вот, мы ездили в Ташкент, когда вот, я заходил в их академию шахмат. На чемпионате Азии в Ташкенте узбеки получили 60 медалей. Казахи получили где-то 28. Мы получили одну медаль. Ну, казалось бы, какая вот, почему такая разница? Разница просто элементарная. Ихние дети готовятся 25 часов в неделю. Вы покажите наших детей, кого вы 25 часов. Если вы 25 часов ребенок бы занимался, это минимум в тройке войны. Минимум в тройке. Ну, я вот думаю, Айчан так и занимается где-то, которая наша чемпионка Азии. Это там 20-25 часов в неделю. Вот. Но это должны заниматься академии. Да, кстати, насчет академии. Ну, представитель этот, Ахыл ушел, да, уже? Ой, Айбек. Ушел, да? Ну ладно, ладно. Мы все видели фотографии. Мы все видели фотографии, когда Турпанов Милан открывал академию шахмат, заложил капсулу. Айбек, я вот хотел просто еще сказать. Вы все видели, когда Турпанов Милан, можно сказать, просто подставил вашего шефа. Все фотографии в интернете есть, когда он открывает академию шахмат, там капсулу заложили где-то. Ну где она? Это было год назад. Да, вы в курсе, да? Мы уже тогда посмотрели человека, который там якобы обещал академию шахмат построить. Там интернет, просто его фамилию набираете, там просто список уголовных дел на нем. Ну, мы сразу тогда Милан говорим, Милан, вообще с кем ты связался? Как можно вообще такого человека? Он еще вице-президента его хотел притащить. Это вот я лично настоял, чтобы близко этого человека рядом не было в шахматах. Ну, вот где эта академия шахмат? Нету и никогда не будет. Нет, ну возможно. Потом вот особо я хотел остановиться на должности гостренера. Вот гостренерами, ну, я думаю, надо ввести понятие гостренера. Ну, я, например, вижу, там у нас всего три международника, Михаил Марков, Семетей, Асыл, кто-нибудь из них, но я думаю, Миша больше всего подходит на эту должность, которая, вот, не знаю, вот, в принципе, и в бюджете, оказывается, есть деньги. Вот надо ввести понятие гостренера. Мы каждый чемпионат Азии, когда детей отправляем, и вот, абсолютно нет подготовки. Едут там, ну, Сезбеку хорошо, у него там старшие дети, там сильные, один раз Айджан подготовит, например. А как остальным будет? Как остальным будет? Вот гостренер, вот это в каждой стране есть понятие гостренера, и даже не один. У нас ни одного нет. Вот гостренер мог бы за это отвечать. И вот я думаю, вот в моей программе я хотел бы эту должность, ну, особо там отметить. Ну, развитие шахмат в регионах — это вообще особо больная тема. Вот я в Токмаке был, вот, Болотбаке, где здесь, где они за все время, значит,
президентству Федерации, президенту Курпану, они не получили ни одного инвентаря. Они на чем играют? Я такие шахматы, я помню, в пионерских лагерях были такие шахматы. Часов нету. Вот они играют без часов, конечно, как мы приходим там, здесь проигрываем, потому что ребята элементарно, у них там руки не привыкли часы нажимать. Вот, вот какие регионы получили? Вот в группе, в Чехмастерс, там кто-то спрашивал, там, а какой имидж, там, ну, что-то, какой вред там, какой имидж Милана в азиатских шахматах? Ну какой может быть имидж, если он берет часы, вот северное, подарок шейха, президента федерации, и там перепродает, там, вытаскивает деньги, мы об этом уже все знаем, которые ну, подарили, ну, передали дальше в регионы. Что тут там? Много надо, что ли, регионам там, ну, хотя бы там, по 20, по 10 комплектов. Вот тут той эпохии 10 комплектов нормального нету. Вот регионы надо в первую очередь инвентарем обеспечить, в первую очередь. Там каждый регион там, ну я не знаю, там 10-20 комплектов дать надо. Ну, если говорить еще вот о тренерах, лицензировании тренера, ну вот вы все в курсе. Я вот задавал вопрос вот Кайрату там, Кайрат это вот тренер школы. Школьный тренер, там городской. Я спрашиваю у них, вот вы тренера, я многих тренеров смотрю, говорю, честно говоря, я говорю, даже квалификацию вашу не знаю. Вы вот как вы тренируете, ребята? А мы, говорит, федерация шахмата 500 сом купили, говорит. Как так купили? Учились? Нет, не учились. Просто взяли и купили. Тут-то их байке, говорит, вот в Токмок по 300 продают. Там, скидку, видимо, делаю. Да. Ну, есть же понятие, лицензия. Надо подготавливать тренеров, обучать. Есть средства, и вот семинары проводятся. Вот, кстати, Турдалиев обещал в следующем году, если вас, говорит, президентом выберу, я вам обещаю шахматный фестиваль здесь в Якутии. Что такое шахматный фестиваль? Это три крупных турнира, профинансированные ФИДЕ. И значит, в эти турниры мы уже сами можем там, можно и турнир Юртаева засунуть, там еще какой-то там, ну, учесть. Плюс, естественно, тренерские семинары, судейские семинары на этих. Вот на таких семинарах, где есть международные арбитры, можно обучаться, а не так, чтобы там по там федерация шахмат покупать. Ну, в принципе, можно работать, и потом и можно в шахматы. Шахматы довольно инвестиционно привлекательный вид спорта. Это же интеллектуальный вид спорта. Надо себя позиционировать. Есть представители интеллектуального бизнеса, там айтишники, банковская сфера. Вот KPMG, знаете, да, вот, например, они постоянно шахматные олимпиады спонсируют. Можно работать, можно находить деньги, не только вот на госагентство постоянно смотреть. Конечно, здорово, что они помогают, но у шахмат, я считаю, огромный инвестиционный потенциал. И можно будет обеспечить, я думаю, так сказать, ну, нормальное существование, нормальное развитие наших шахмат. Огромное спасибо. Спасибо большое, Талант Баги. Ну, так как Талант Баги является единственным кандидатом на данную позицию сегодня, в следующем у нас в регламенте идет голосование по второй страничке нашего бюллетеня. Пожалуйста. Перед голосованием неправильно было вопрос Да, давайте тогда перейдем к вопросам. У кого есть вопросы, то есть давайте спросим зал, есть еще кандидаты, кто хотел бы выдвинуть свой пост, то есть себя на пост президента Федерации шахмат КР.
Нету, да? Теперь давайте перейдем к вопросу. У кого есть вопрос, пожалуйста, можете задать Павлу Байке вопрос. Он любезно вас ответит. Вам ответит. Только давайте не затягивать по насущным, по самым острым, насущным, которые вас интересуют. Так, давайте, кто, давайте, Байке. Так, микрофону, пожалуйста. Румакуш Ахмадслав. Біз бүгін шынында бір тарихи мәселеге қатысып отырмыз. Аманат мырзаға рахмат. Мен бірінші сұрағым, Әбілбай, мен демөрчілік қылдым. Демөрші болып тұрдым шу шахмат федерацияға. Қанша ақшамыз кетті? Есептен қосылар, мысалы үшін 14 жылдан бері мен бекер қосылмай отырмын. Эми ар түрлі айына 300 доллардан есептеген. Анан тиги мындай бір точносын, бирок көптүн элге спонсорду бердим. Кеминде ай сайын 300 долларыңыз кетсе, сизге чоң рахмат. Урматтуу делегаттар, делегаттар, мен силерди чакырып кетмекчимин. Кудай жигитти шайлашыбыз керек. Бул киши мындай бир шүлдөрдөн акча табайын деп келген жок, наоборот өзүнүн акчасын береди. Мындан башка башка адамдар болсо айткылат, азыр эми мен силерди аксакал киши катарында Оштон деле региондордо кирип, сиз дагы кийинчерээк кирип барсаңыз Ош шаары менен Бишкек шаары, республикасы эбедеги маанидеги шаарлар, ушундай жана облустардын баарына кошуп койсоңуз, сизден сураңыз. Түшүндүңүз э? Түшүндүк. Анан эми кантияктан өкүл шайларына кошуп коюп туруп, Ош шаары, Ош шаарын бөлөп, Ош облусун бөлөп кылсаңыздар болот анда, себеби Ош шаары өзүнчө субъект болуп калган. Сиз билесиз. Ошол эле адамда мен артымда тапкан жигиттерге 4-5 жыл болуп келди. Алар энди чоң каржада чоң ракатчо келген. Ниеттер менен келдик. Жакшы болуп кетсин деген ниетти айтмакчыбыз да. Жакшы ниетиңиз бар экен, ушу Ошту унутпасаңыз. Ош деген целый регион. Оштон биринчи СССРдин чебери чыккан. Инаркиев деген чоң гроссмейстерлер чыккан. Ушуну унутпасаңыз да. Ошон рахмат байке. Ну, мисалы үчүн Мелис Маматов Оштон болот, мен ушу жок, мен айтып кетейин, мен Мелиске бүгүнкү күнгө чейин демекчи болуп баштадым. Мындан нарык сайтып атам да. Рахмат сизге, рахмат. Дагы суроолор бар. Пожалуйста. Так, здесь микрофон. Хорошо, вас следующий. Мен суроолор бергенде тиги Алматыдан программасы тууралуу айтып коеюн деп атам да. Жөн эле мындай болуп атат. Мына бул жерге бүгүн жөнөкөй шахматчылар сүйүүчүлөр чогулуп отурат. Ешқандай бейіптен, ешқандай жоғыр жақтан ешкім жоқ. Күліп көй, біз шахматқа араластыруды адамдар өзі ұстандар атамыз. Ано, бұға чей көп президенттерін таңдағанбыз, маға азырты программасынан өте жақшы жаққа жағы, бұл шахматты көп білген жағы маға жағыда мектеп программасын келдісі. Мұна азырты күнді, біздің Бішкек шарында 38 мектеп менен 4 мектептин директорлору өзүлөрү эмгеге көтөрүп мектептерге шахмат окутуп атат. Эгерде биздин шахмат федерациясы ошолор менен тыгыз байланышып ошондой болгон директорлорду тартса, биздин бардык мектептерге кирип барышы толуктуу болмокчу. Бул өтө жакшы нерсе. Дагы бир нерсе, мен жанагы программасында көрсөтүп турдум. Жаш шахматчыларды психологиялык жактан тарбиялоо деген болуп атат. Бизде ошол жак өтүп атат. Себеби балдарды көрсөң психологиялык жактан кармашка даяр эмес. Мына эки жакты көрүп ошол эки шахматка терең ушул эки баа бергени мына ушул жерден жагып турат. Ошон үчүн мен Алатты колдосок деген ойдо турам да. Талап менен андай карыштыгым деле жок шахмат боюнча финансирование деп түшүнгөндөрү билген эмесмин. Бирок азыркы программасы мага шахматты жакшы билген адамдар тарабынан атат да. Ошон үчүн колдоп коюңуздар деп суранат элем. Чоң рахмат. Эгер жакта бул жерде суроо бар да, можно да? Да, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые спортсмены, в Алмате. Ну, я пропущу ряд вопросов, сэкономить время. Вы наверняка наблюдаете упадок профессиональных шахмат в стране. Это отражается, ну, даже последним чемпионатом республики. Многие шахматисты, не знаю, принципиально, наверное, не участвовали. Я в том числе. Просто принципиально не играю. Почему? Объясню. Может быть, кто-то не понимает. У людей профессионального уровня в Кыргызстане нет никакого мотивации и цели играть просто в них. Попасть в сборную. Раньше это было очень престижно. Ну, раньше, давно, лет 20 или 25 назад, даже получали стипендию. Ну, я о призах уже не говорю в чемпионате страны. Вопрос в другом. Вы должны создать стимул, ну вы или какой-то президент, какой вот вы создадите стимул профессионалам, чтобы они действительно хотели попасть в эту сборную, чтобы это была не просто какая-то галочка или медаль, или диплом очередной, 150 для кого-то. Какая мотивация будет у профессионалов? Вот что вы в свою очередь, как президент, сделаете для профессионалов? Вот меня это интересует. Первое, Михаил, спасибо за вопрос. Действительно, то, что в последнее время вот эти чемпионаты Казахстана так проводятся, где нету абсолютно призового фонда, многих сильных шахматистов оттолкнуло. Да, он должен быть престижный, как вот в свое время Фишер отказался играть, хотел шахматы поднять на какой-то уровень и сделал планку. Просто денежную планку. И ниже этого не играл. Не потому, что он такой жадный, а потому, что он хотел шахматы поднять до этого уровня. Миша, я с тобой очень согласен. Да, действительно, надо, во-первых, ну, если чемпионат Казахстана, ну, надо действительно дать нормальные призовые. Ну, хотя бы на соседей посмотреть. Раз. Один момент. Да. Вот по поводу стремления. Например, в прошлом году я участвовал, занял второе место. Первое место занял Семитей. И там должно было быть такое распределение. Один выиграет чемпионат Азии среди мужчин, второй за нами, если я не ошибаюсь. Китай, да, проходил? Да. Или что-то подобное. Да, да, именно. Да, да. В Ташкенте проходил за нами, в Китае проходил чемпионат Азии. Мы выбрали, Семитей выбрал один турнир, я второй. По энным причинам Семитей не попал в Китай. Там виза и так далее. Ну, вы знаете эту проблему. Я должен ехать в Ташкент. Ну, естественно, на обеспечение. Я все сам заплатил. Ну и потом вопрос, а какой смысл мне вообще второе место занимать? Ну, биться, если никаких нет вообще гарантий того, что ты поедешь куда-то. То есть это к вопросу о стимуле. Должны быть какие-то гарантии. Человек при попадании в сборную должен какую-то зарплату получать. Ну, или стипендия, или зарплата как сборник и так далее. То есть гарантии и уверенность в завтрашнем дне. И только тогда уже это придаст стимул шахматисту работать, тратить на это время. Я просто знаю шахматистов, они приходят домой, у них есть время свободное, не буду называть фамилии, и они сидят там в телефоне, например, играют, или кто-то еще чем-то занимается. Он мог бы потратить, с удовольствием потратить свое время личное на совершенствование, если он увидит стимул и цель. Вот я хотел бы, ну, именно вам это донести, чтобы вы смогли замотивировать. Ну, вот так. Все, Миша, огромное спасибо за пожелание. Действительно, я думаю, сборники должны обязательно получать стипендию. Мы будем над этим работать. И потом, если ты занимаешь в чемпионате Казахстана первое и второе место, ну, мы должны действительно обеспечивать их турнирами бесплатными. Сізді өзі президент қатарында көріп отырмыз. Ана бізде ол шахматы өркіндеті бойынша Куба президенттері болмас, Куба губернатор деген. А енесі біздегі акимдерді, райондарды қоспаймыз ба, Куба акимына президент. Почему Куба айлы өкіметі қоспаймыз? Почему Куба мэрі қоспаймыз? Ма, құқықты мысалсын мэрі бар, жүрді мысалсын аким бар. Шулардың барын қош керек, шахматты өркіндету үшін, балдарға жеткізу үшін. Анан кейін арнып мектептерге даже частный порядок можно заставить,
И открыть шахматные школы или шахматные комнаты. Арбитр-пектор. У нас губернатор, например, заинтересован, да? А почему директор школы не будет заинтересован в этом году? Вот, Туракас, Туракас. Агань Ахсен? Ушмей меня автотебер строил, сколько? Регламенты. Құрматты шахмат көрермендері, ата-енелер, мынау жерде мінекей бүгін қаншадан бері ұшу мәселе кешіктері сол шақыры бүгінгі тура келген екен. Біздіден тура шешім шығардық. Себебі енді бұл оқия көптен бері ұшып жетіп қалған болып жүр. Болған енді шахматшылардың басы бірігіп алып жатқан, анан альтернатив тудағы кандидат шықпай жатқан журналистер. Біз енді бұл баяғы федерацияның ішіндегі кейінгі күндердегі кемшіліктер кейінгі күндер оқуға үйретіліп қалған. Да, әлбетте башында бірақ мен Талант мырзаға көптен бері танимын, көптеген өзінің қолынан келген жардамдарды беріп жүреді. Сұныш қатар айтып кеткім келеді да, мынау жерде мынандай программаны көрдік. Егер ұшу программа толыққанды іштесе, ем ошоға жардам береміз, құдай бұйырса. Біз де ошондай азыр ойда тұрамыз, аябай жақсы программа керек. Анан бұл жерде мектептерге кіргізіш керек деген программалар бұрынғы федерацияның деле планында бар болып жүр. Бірок іш қашқан жоқ. Себебі дегенде Турпанов Милан башында жақсы әрекет қылып іштеп бастады дағы аяғында баяғы суу деле бөлшүктөп бир жерде тура берсе сасып кетет да. Ошондой болуп калды. Кийин күндөр иштебей койду, аракет кылбай койду. Ошондой негизде көптөгөн программалар ишке ашпай калды. Мына Талант мырзага мен сунуш кылам. Эми ушул көрсөтүлгөн программаны аябагандай колдон келишинче жакшы алып кетиш керек. Алып кетиш керек, ал үчүн команда мыкты болуш керек. Командага жардам бергенге даярчысындакей ар бир региондордон мыкты таланттуу балдарыбызга чыгып келе жатат. Болгон эле бул мурунку федерациябыздын ошолордун башын бириктире албай калды да. Ошол балдардын күчүн колдоно албай калды. Мына Толик деген бала отурат көлдө, караколду, ичинекейде караколду. Азыр дүйнөгө Азияга таанытып койду. Ошо караколдон эле чыкты, ошо балдардын эмгеги менен. Анан мынакей Азиядагылар Азиядан чемпион болуп жүрүшөт. Мына Арзыбек Устандардын мынакей булардын баардыгы тең. Ачык айтканда буга чейинки федерациянын көрүнүктүү иштери, мен ушуну баса белгилеп кетким келип атат да, федерациянын атын чыгарган иштердин баардыгы тең. Жекеле жанагындай шахмат мектептерин ошо региондордогу аракет кылып тырышып иштеген балдардын эмгегинин аркасында чыгып келе жатат. Муну баардыгыңыздар жакшы билесиздер. Мунун баардыгы тең көрө эле турасыздар. Анан ошол эле ошолордун жыйынтыгын жанагындай керек болсо федерацияга, мурунку федерацияга дагы нааразы ушул болуп калат да. Ошолорду дагы жакшылап биздин жанагы чыккан балдарыбызды дагы жакшылап ошолорду бир бөбөлөп көтөрө алган жок. Талантыбыз аны өзүңүз көрүп турасыз, баягы көрүп туруп турасыз. Анан мен дагы сунушум жогорку курактагы биздин профессионал шахматчыларды албетте колдош керек. Эгер алар өнүгүп өспөсө, алар турнирлерге катышпаса биздин балдар өспөйт. Бизде ушул жагы колгондоп кетти. Экинчиден мынау чыгып келаткан жаш шахматчыларды дагы ошол эле мынакей Эржан караколдон мынакей Айжандар чыгып келатат. Дагы көп бизде Орозбай Белдияр деген балдарыбыз бар да, ушуларга да кандайдыр бир стимул берип мынакей биз уктук баягы дирекция понеджисиндиган спортта олимпиадалык эмес спорттун олимпиадалык эмес түрлөрү боюнча дирекциябыз айтты, ашык эле стипендия бере албайбыз деп. Себеби олимпийский биттерге гана беребиз, а мындай шахматка стипендия карап алган эмес. Эми ошону биз стипендия жагын аракет кылышыбыз керек. Кандайдыр бир спонсорлорду тартабызбы, кандайдыр бир программа киргизебизби? Ушул сунуштарды айтып бергим келип атат. Анан жалпыңыздарды чакырып кетет элем. Бул жерде туура чечим болду. Жаңы кан керек болгон болчу, жаңы команда керек болчу. Себеби дегенде мурунку федерация көп түрк болуп кеткенге акыркы күндөрү аябай эле кашаңдан иш жүрбөй калган. Мына мен кудай бүйрөсө ишенем, жаңы федерация ишти алып кетет деп Талант мырзанын ишине кудай бүйрөсө ийгилик каалайм. Ишенем бул кишини колдоп, алдыны көздөй жакшы иштеп кетишине жардам көрсөтүш керек деген чечимдемин да. Талантты жардам берем, шахмат берем, саат берем деп атат, кубанып атабыз. Анан мисалы агентстводон отурат, шахмат боюнча республиканский спартакиада болгон.
окучуларын арасында. Министерство образования шахматты бириктиребиз деп атабыз. Алар вообще спартакиада өткөн жок, спорт школ, детский спортивный школ арасында спартакиада болду, анын ичинде шахмат болгон жок. А эми өткөн жок спартакиада окучуларга чемпионат Кыргызстан өтөт. Чемпионат Кыргызстан өткөндө взносторду берди, кеген жагынан келет, анан взнос сурап, кайда жатабыз, эмне жатабыз, ошол взносту жоя аласызбы? О, тура. Чома Павлайке. Уважаемые участники, давайте перейдем тогда непосредственно. Давайте вот последний вопрос, пожалуйста, а то действительно многие уже устали, уже многие хотят дальше. Добрый вечер. Михаил Сергеевич, вас спросил нашего турнира, да? А можете более конкретно сказать? Вот вы хотите, там у вас было в программе написано спонсорские контракты, да? На что вы рассчитываете? Ваш бюджет или что? Пример, сумму обозначить. Нет, я же сказал, два спонсорских контракта, которые я говорю, это чтобы обеспечить, я же четко сказал, действие это работу федерации и офиса. А у вас бюджет на что рассчитан? Вы сами что хотите? Нет. Вот смотри, вопрос еще раз непонятный. Ну хорошо, чемпионат республики среди мужчин, ваш призовой фонд, какой вы думаете должен быть? А, чемпионат республики? Нет, ну вот просто в среднем, возьмем простой турнир. Сколько ваш призовой фонд? Не, ну я думаю, ну 3000 долларов хотя бы должен быть. Ну, получается, сейчас вы говорите, что чемпионат, если вы будете президентом, в следующем году чемпионат республики будет минимум 3000 долларов, правильно? Да, да. Ну все, это первый вопрос. Да. Устраивает, да? Может, больше? Я тут просто не хочу услышать, насколько год. Вот. Хорошо, по-другому задам. Вот в Узбекистане, например, год на шахматы раньше тратили в районе 250 тысяч. У них и медаль. Казахи тратили 100-150. Это мы сами федерации говорим. Вот сколько ваша, вот если вы будете президентом, бюджет Кыргызской Федерации, сколько? Вот, в среднем примерно. Это же согласуется с государством. Нет, вы... Кажется, ну вот, просто конкретно. Что вы рассчитываете? Нет, я думаю, бюджет нашей федерации готовит где-то в районе 50 тысяч долларов. Так, это первое. Второе. У вас там в программе было написано поддержка шахматной школы. Вот у нас многие открыли школу. Ваша поддержка в чем будет заключаться? Не надо столько школ, во-первых. 50 или 100 школ уже. На то, что не надо столько школ. Я думаю, что мы половину позакрываем, а остальные половины останется. Нет, понимаешь? Поддержка школы. Нет, ну давай, Андрей, давай под школу проекты писать. Давай как-то проекта подходить. Не так, чтобы нужная школа дает нам только денег. Нет, это про деньги, вот, давай, нет, год назад. Поддержка шахматной школы со стороны государства. Вы что вот под этим подразумеваете? Вот. Можно я отвечу? Ну да, вот директор школы сидит у нас. Можно, да? Да, да. Добрый вечер. Я являюсь руководителем школы шахмат при мэрии города Бишкек нашего. Мы разговаривали с Талантом Токтобековичем о том, чтобы в каждой области открывать школы на государственном обеспечении. Не на частном, как общественная организация, а именно государство, чтобы на себя это брало. Мы разговаривали это с Тото Азамат Татахаджаев, Тото Ходжиев, это вот Исыкуль. К нам обращаются нарынчане обращаются. Мы подготавливаем какие-то документы, даем им на государственном уровне школу. А поддержка какая идет, будет идти из федерации, или какая она будет идти, это не может быть какой-то определенный бюджет. Вот сейчас мы, например, в этом году каждый год повышаем бюджет нашей школы. И мы хотим, чтобы такие школы были непосредственно как минимум во всех областях. Хотя бы одна школа в области. Или в городе. У нас сколько? Около 13, это сколько у нас городов? Вот столько, чтобы было школ. Сколько у вас тренеров, извините? 27. 27? 27 тренеров.
Это в городе Бишкек. Это не считается федерацией. Мы всех знаем по фамилии. Ну ладно, это другой вопрос. Да, это другой вопрос. И такой момент, что именно федерация, благодаря федерациям, пишутся, разговариваются на уровне высших, уровне там, губернаторов и тому подобное, что в школах, в областях открывали школы, но на государственном уровне. Спасибо. Тренеров это интересно. Нет, для частных. Вот, например, сам просто пример. Да, вот, да ладно. Я, у нас своя, у него своя школа, у меня своя школа. Вон Михаил Сергеевич занимается. Есть чемпионы. Ну, каждый помогает кто тренерам. Родители пытаются где-то что-то. Где же шахматы купить? Ну все сейчас в школе. Хорошо, частно. Вы детей где учите? В каких школах? Скажите. Сейчас. Вы помогаете? Ну вы помогаете шахматной школе? Ну вот я хочу спросить, а федерация будет помогать? Андрей, ну давай вот, у нас будет тренер... Да, это же президент был. Нет, Андрей, нет, во-первых, давай вот так. У нас будет тренерский совет. Если какой-то бюджет будет, который надо будет как бы распределять, там будет все прозрачно. И будем давать вот на поддержку именно частных школ тоже будем смотреть. Потому что частные школы тоже свою функцию выполняют. Кто их тренирует, скажи? Давайте, у нас есть регламент. Андрей, давай это... На правах модератора, пожалуйста, обратите на меня внимание. Все-таки у нас происходит официальное мероприятие, и у нас есть регламент. У нас есть участники, которые пришли как издалека, так и уже давно с самого начала мероприятия сидят. А эти дискуссии мы можем продолжить, да, так как у нас единственный кандидат. Эти вопросы, как бы сказать, при обещании нынешнего кандидата о прозрачности работы, так и предполагается, что и дискуссия должна быть продолжительной, и сотрудничество со всеми членами федерации, очень активными участниками федерации, тоже будет продолжаться, и ваши предложения, по идее, по моей личной оценке, будут действительно рассматриваться постоянно, да, и активная, интерактивная работа с вами. Поэтому... так как моя задача соблюдать регламент, предлагаю уже приступить к следующему этапу нашего регламента. Эми маселенин бар түшүнүп атабыз. Федерацияда көп туура эмес иштер болгон үчүн бул пышык жетти. Мени сүйүнүптүп аткан нерсе, мына бул жерде бир топка чемпиондордун баары отурат. Кыргыз шахматынын легендалары отурат. Ошон үчүн бул съезддеги өтүп жатканына кубанып атабыз. Мени бере турган суроо мындай болот да. Мына чез мастерде байыптан бери мына ар кандай сөздүн баары айтылып атат. Мындай айтканда Турпанов Миланда колдогонда көп кишилер болуп атат. Сиз эгер президент болуп калсаңыз, ошо шахмат коомчулугун бөлүп жарбай бириктирип алып кеткенге күчүңүз жетеби? Мен ушундан эме кылам да. Анткени буга чейин далай жолу ушундай маселелер болгон. Экиге бөлүп аягы бир топ жаман иштерге чейин барган убакыттар болгондо, ошондуктан мен сиз президент катары көрүп жатам. Ишиңизге ийгилик, бирок ошол шахмат коомчулугун бөлбөй, ошонун баарын башын бириктирип, туура жолго салып кете аласызбы деген ошол суроону азыр берип коеюн деп атам. Тамак, чоң рахмат суроого. Биз федерацияны бөлбөйбүз. Эки коомго анан жумушубузду бирле федерация деп алып кетебиз. Анан эми Миландан башка да кишилер бар да. Алар менен баарынан тил табышабыз. Тиги Илимбек болобу, Базакечев болобу, келбей калган кишилер менен да там Токтогонов нейтральный болуп атам дегендер баары менен тил табышабыз. Ошон үчүн. Добушка өтөлү. Бюллетендер колдоруңуздарда. У вас есть на руках бюллетень. Пожалуйста, заполните. Наш прозрачный бокс пройдется, и наш независимый регистратор тоже у вас собирает голоса. Если у вас нет ручек, пожалуйста, попросите. Пока идет голосование, я бы хотел... Заполняется вторая.
стоит. Фамилия не стоит, за кого голосовать. Один кандидат. А где это? Один кандидат. У вас один кандидат. Вы можете... Можно? Я. Пожалуйста. Так, уважаемые участники, прошу минуточку внимания. Да, избрание президента и утверждение структуры ФЖКР, да, немного такой двусмысленный вопрос, но так как не оказалось другого кандидата, кроме Таланта Мамытова, то если вы за того, чтобы он был избран президентом, Талант Мамытов, чтобы был избран президентом, вы зачеркиваете против и воздержался. То есть за оставляете чистым. И наоборот, то есть схема понятная, да? Это значит, что за президентом Бойкова Полгорода избрание, а на то, что президент структуры, в чем что мы вспомним, о чем это? Чего это? Вы знаете, давайте вот так, я предполагаю, что мы в следующем году, значит, внесем изменения в устав. И, значит, получится до следующего съезда. И в следующем году, потому что когда устав примут, все на автомата, в новом уставе надо выбирать президента. Да. Я по структуре говорил, вот 4 вице-президента, значит, представители по областям и 7 человек тренерский совет. Пока идет голосование, я бы вот хотел это представить вам Бахатова Мурзакова. Бахат, если можно, да? Бахат Мурзакова. Я, честно говоря, никого не представлял как члена будущей своей команды. Ну вот и его не могу не представить. Вот Бахат Мурзаков, это он был директором фонда Каспарова. Бахат. И там по фонду Каспарова тоже хотел бы уже сказать. Самый старый, меня Бахат Мурзаков. Футбол федерациясында Илан жакындан шайланып 2013 жылы келгенде мени чакырган вице-президент Илан алып байланыштарга келип кетти. Кисеперибизди. Мен Иланды көп жылдан бери анчайын таанышмын. Жакшы балага да жакшы жигит катары таанышмын. Мындай сыйма биле болчу. Чакырып айтты. Буга чейин көп скандалдары болду. Көп чоңдор иштеди, акчаны жешти. Шахмат үшін іштейді, шындық болсын, шахмат бөліп тұрды. Мақыл деп, мен келдім 2013-2015 кешен екісін іштеп бердім. Біз іштеп баштағанда ле, жарым жылдың ішінде ле, шо турнирлер болып барғандай, 2014-ті жаңа Тромсоға, Олимпиада, Олимпиадар баштағанды. Ошында ле, финансовый жақтарында ешкінді жолы қойатқыда, Иван, ешкін жолы қойды. Мен дағы сұрау атсам, мен дағы жолы қойды. Мен айттым, ашық болуш керек, бухгалтерді алып келіш керек, бүт дейіндердің барын көрсетуш керек, кейін сұрағанда астында біздің 700 қандай жарыс болуш керек. Бірок, тілекке қаршы бүгіндағы мен білем, комиссия шақырған, келген жоқ, келсе жақсы орнықта келіп өзі ұғып, мүмкіншілік өзі жауап бермек, алды өзі жауап берген бір орнықта, бірок келген жоқ. Анан 2014-те Тромсоға бардық, Тромсода жүрілі, ішіне адамгершілікке жатпаған нәрселерді жасай баштады. Біз Каспаровқа сөз беріп, Каспаров менен командасына кіргенбіз официалды түрде, расты түрде. Ал бізге мен өлсөм дағы, өтпөсөм дағы, фонд Каспаров ачамыз, мен тыйым беремін деп сөз беріп, қол қойышқанбыз. Анан ошо Каспаровтың бол бір-екі күн қалғанда эле башка жанагы Кирса деген жинақтың командасы арабтар болчу, арабтар менен эле сүйлөшүүлөрдү жүргүзө баштады. Эч ким айтпайт, аны да мен башка жактан угуп калдым. Ошол жерде абдан катуу чатак болду, көздүн ортосунда мен айттым, сен бул адамгерчиликке туура жатпаган нерсени кылып атасың, туура эмес ишти кылып атасың. Кандайча ушул бияка Каспаров турс
болса сен арабтар менен сүйлөшүп жүрүшүңүз басты. Андан кийин Каспаров өзүбүздөр билгендей 170 өлкөнүн ичинен 110 өлкө 110 билим жыйнап 60 Каспаров алып өтпөй калды. Ошол эле күн эртеси күнү орустар менен орустар тигилердин командасы болгон орустар Орус Федерациясы менен Орус Федерациясы менен келишип түзө баштады. Анда да урушту. Эми чыдап турсак болот эле да, кандай болбойт да мындай ушундай ишти кантип кылып атасың деп анда да ошо кетти. Каспаров келгенден кийин өзүнүн сөзүнө турду, бир штрафты жөнөттү 60 миллион доллар. Биз фондду ачтык. Фондко Виктор Шахмат Федерациясынын өкүлчүлүктөрү кирип алды да и учредитель катары дагы, наблюдатель советке дагы ал корпоративдүү башкаруу негизинде тура эмес болчу. Мен айта баштадым, корпоративдүү негизде наблюдательный органда обязательно башка кишилер болуш керек. Көзөмөлдөп туруш керек. Өзүңүздөр билесиңер, көзөмөлдөсө тийин кете берет. Деп ошол тууралуу иштик башталды, көзү кайра буруш. Буруш ошо жарым жылдан ашык иштедик, ошого чейин созулуп атты, бирок анын ортосунда федерацияга акча керек деп кайра-кайра сурагандан мен да өзүм кайра-кайра Каспаровдон сурап алдым, 10 миллион доллар алып чыктым федерацияга. 10 миллион доллардын 6 миңдей доллары 6 миңге чуңкул евро федерациянын карызына жабылды. Менде бүт кагаздар бар, аны тийиштүү органдар сураса берет. Карыздарга жабылды, калганы дагы бир жактарга тияктарга барыш керек деп жабылды. Анан сиздер билишиңиздер керек, жана Советский Баканбаева дагы баягы легендарлуу клуб бар эмеспи шахмат. Ошону полностью Каспаровдун фонду менен жабылган. Мына бияка Талантбек отурат. Мен Талантбекке да кийин нааразычылык сөзүмдү айткам. Сиз ошондо сөз бергенсиз, Каспаров фонду менен каржыланды деген таблица илиш керек болчу да. Илишкен жок анычы. Кийин мен уксам биз жасадык деп Каспаровду айтышкан жок. Көбү азыркыга чейин ойлошот, ал жерди федерация жасады. Чындыгында ошол фонд Каспарова жасаган алып чыгат. Полностью ремонт. Анан ошонун аркасынан жүрдүк, декабрда мен билип атам. 2014 декабрда ойлойм, февральда 2015. Биздин өлкөдөн спортчулар келгенден кийин 500 миң сом алыптыр Госкоп спортко. Баягы биз барып келгенде биздин билеттер барып чогулуп алган да. А бизге бүт жолду Каспаров өзү каржылап берген. Менде ал тийиштүү кагаздар бар. Мен аны өзүнө деле айткан кезинде любой жерде айтып берем. 13 кишиге полностью страхованиясы менен каржылап берген. Бир кишиге Норвегия билесиңер эми түз жол жок. Через Стамбул барганбыз, Ирактан через Москву келгенбиз. Анын ортолугунда 3 кишиге да меня кетип, аны баргандар бар эле команда полностью составы. 13 кишиге ар бир кишиге 3000 долларга айланган. Өзүңүздөр санап көрсөңүздөр канча акча кеткен. Ошону кийин келип 500 миңди алды. Аны да эч кимге айтпай, мен кийин билип калып сурасам аны мага да жооп берген жок. Билбейм, бул ага чейин бердиби, билбейм ага чейин. Мен ошондо кат уруштум, анан мен эмеден кеттим. Мени биринчи өзү федерациядан чыгарып салды, андан кийин фонддон кетире баштады. Мен айттым, мени келишсе кетирбе, бирок кетирген менен тиги наблюдательный советке баягы элер алып нормадагыдай кылып башка кишилерди алып келбесең бул фонд жабылат. Каспаров сен менен иштебейт деп айтты. Ал кезде жана Алмаз Кененбаев бар болчу, Талант Байкебар болчу, баарын айткан да. Ошондой эле мен кеткенден кийин Каспаров жаап салды фондду. Акчаны белгилүү жок андан кийинки акчасы. Мен наблюдательный советке белгилүү инсандар менен сүйлөшкөм. Каликова деген юрист, Гүлнар Каликова чакырган. Жана белгилүү биттеш деген замминистр Бакыт Бешиков деген шахматисти билет болушуң керек. Ал менен Байке менен сүйлөшкөм, ал Байке билем деген. Белгилүү дипломат киши Иманалиев, Муратбек Сатысбаевич өзүн менен таанышмын, аны да сурагам, ал да келем деген кишилер берем деген. Көп ушундайлар, Кылычбек Шакиров деген шахматист бар. Ошо менен да сүйлөшкөм, жок ал бизнесмен болчу, ал кезде Кыргыз алтын вице президент болчу. Ошондой кишилерди алып келгенге уже сүйлөшүп аларды макул болгон да. То есть фонд Центральная Азия болуп аткандан кийин Каспаров фонд. Биз мындай ачык бетибиз менен ошо Центральная Азияда бизге ишеним көрсөтүп аткан э Кыргыз өлкөсү. Биз ошондой иштешибиз керек болчу да. Бирок тилекке каршы болгон жок. Эмне деп айтам? Эми болору болду. Азыр жаңы президентти шайлап атабыз. Мен тилегим эле ушул Кыргыз өлкөсүндөгү шахматты өнүктүрүшүбүз керек. Мына 7 областтан 7 дубандан келип атышат элдер. Талант байкеге өтүп калсаңыз сиздер туранам.
барын бириктириш керек. Барын бириктириш керек. Иланын иштерине буга чейин сиздер чыгып келген такыр долбой койду, тийиштүү органдарга бериш керек. Тийиштүү органдар өзүлөр чечсин, эмне нарушениялар болсо. Анан эми үчүн иштеш керек, токтотуш керек эми биз. Башка жерде деле саясат жетишет да, менин оюмча. Вопрос к кому? Фидеге, мы должны фиде около 8 тысяч евро на сегодняшний день. Должны, да? Да. А кто такой? Ну теперь уже будем работать, что делать. Хорошо. Наш независимый регистратор сегодня уже готов. И наша комиссия отчетная готова объявить результаты голосования. Пожалуйста, Майкер. Значит, уважаемые делегаты, по второму вопросу повестки дня. По второму вопросу повестки дня. Сейчас уже слышно, да? Второй вопрос повестки дня. В счетную комиссию возвратилось 96 бюллетеней. За проголосовало 87, против 2 и воздержалось 7. Значит, избран талант. Ну и там второй вопрос, там была структура, да? Да. Она утверждена. Все, вопрос принят. На этом мы заканчиваем прямой эфир. Да, уважаемые участники, да, спасибо за участие. Да. Давайте дадим слово Таланту Байке. Поздравляю вас, Талант Байке, да. Спасибо за оказанное доверие. Ну, действительно, сейчас надо шахматное сообщество объединить. Наверное, что-то было сделано хорошее до этого, отталкиваться от этого. Если говорить о том, что было сделано, ну, не знаю, наверное, впервые, который чемпионат прошел, у нас по ЛУВЗ, надо вот этот тренд тоже сохранить. Для крымских шахмат. Ну, никакого разделения не будет. Объединимся, будем работать. Всем огромное спасибо. Особенно спасибо регионам, которые издалека приехали, несмотря там США приехали, с Таласа приехали, вот ждали, с Иссык-Куля, Каракола приехали. Всем огромное спасибо. Ну а теперь всех приглашаем на фуршет. Неочередной съезд объявляется закрытым. Да. Вас наш фуршет. Да. Спасибо за внимание. Там,